«Солнечный ветер», город Хайфа. Австрия, «Солнечный ветер», представляет! Опа, Машечка. Привет всем! Сегодня этого не будет. Вот он финал, скажут другие. Сегодня перед вами глюкометры, приборы, измеряющие сахар в крови. Держитесь, диабетики, потому что сегодня глюкоуровень будет необычайно высок. Потому что мы умопомрачительно сладкие. Лидия, вы куда? Да после этой хрени можно уже и не выступать. Жюри, не трудитесь. Мы не трудились, и вы не напрягайтесь. Стойте, стойте, стойте! Три столицы в финале, и мы должны показать самый лучший уровень, самый высокий уровень клеймов. Вы сейчас про бочковое? Или мне, как обычно, мерещится? Димулик, с таким чувством юмора тебе гробовщиком работать, не? А вопрос-то что называется? На засыпку. Ой, это все не то! Сейчас Шурик покажет нам слона. Какого слона? Он мне жеребца обещал. Можно без этих носков? Без носков можно! Без наскоков нельзя. Гелена, вот ты человек тяжелый. Я похудею? Стойте! Ну что за фигню мы показываем? Вот не надо за отечественное телевидение говорить. Пусть они сами. Значит, вот что. Ну-ка, немедленно лизните меня. А, ну-ка, вот что, не злите меня. Мы должны рассказать всем присутствующим в зале про самый лучший город на Земле. Одна из главных достопримечательностей Хайфы, ну, кроме меня, Бахайский храм. И это только цветочки. Говорят, в Хайфе самые уравновешенные в мире психотерапевты. Но, как говорила математичка на контрольной, решайте сами. Думайте сами, решайте сами. Здравствуйте, доктор! Валерьянка, сигарета, секс-пуля! Не понял? Давайте сначала успокоимся! Тут вот какое дело! В туалет и даже на выборы. Чувак, это любовь. Чувак, это любовь. Любовь, это чувак. Я зовут Рама. Чё? Рама. Заткнись. Я спрашивал, не отвечает. Это безответная любовь. Она мне нос сломала. Любовь зла. Нос сломала, а более не почувствовал. Любовь похожая на су. Теперь полицию вызывают за драку. Что говорить? Говори, любовь одна виновата. Она беременна. Будет тройня все девочки. Йоу, чувак, это однополая любовь. Так, долго нас ждать? Где алименты? Ну и зятёк, где бедня, ума, не зарплаты. Говорила тебе, за Серёжу уходи. Что это, доктор? Это от любви до ненависти отлично! И каков диагноз? Психопатическая шизофрения.
Да я не про нее. Ах, Влад, ну, голубчик, у вас виноватая во всем однополая безответная любовь. Меня зовут Тамара. Заткнись. Моя жизнь кончена. Я вас огорчу, милый. Судя по симптомам, ваша жизнь как карьера Владимира Путина только начинается. Решили пройтись по хайским подъемам и спускам, то обязательно возьмите с собой воду и скамейку. А люди со слабым характером еще и ампулу с ядом. Лидия, к чему крайности? Хайфов нас верит, и мы постараемся не подвести. Это попутки из Хайфа в Тель-Авив стараются не подвести. Одна девочка так разозлилась на свою маму, что обгрызла все ее любимые кактусы. А у нас в Хайфе очень много русских магазинов, даже чересчур русских. Итак, представьте, канун Нового года, русский магазин, сволочи, ой, очередь. А у вас советское шампанское есть? Есть! А? А оно советское? Советское! А? Честное ленинское? Честно ленинское закончилось, берите советское! Я не понял, это очередь в магазин или в мавзолей? Ты куда звонишь, придурок? Это очередь в магазин. А, не в мавзолей? Мне в мавзолей надо. Хотя, успею. Что они пошли в мавзолей-то? Деточка! Там же все мраморное, почетный калаур, а я без шампанского. Некрасиво. Так, прикройте брать шампанское. Я возьму дверь. Простите, а у вас тут есть где прилечь? Негде у нас тут прилечь. А в мавзолее есть. Ох, займей, дай, дура, взаимно. Вы знаете, это последняя бутылка. Как последняя? Я дам как за две. А я как за три. Пять и сов живого мавзолея на двоих шампанских. Типичная хайфская ситуация. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Вот такой Хайфа веселый город. Итак, подытожим. Дамы и господа, мальчишки и девчонки, друзья, уважаемая жюри, меня сейчас тошнит. Что вы несете? Вы знаете, в КВН так часто и просто, и абсолютно равнодушно говорятся все эти слова, абсолютно даже не задумываясь над их истинным значением. Дамы и господа, между прочим, не все в этом зале дамы. И уж далеко не все господа. Да как ты смеешь? Я объясню все позже, госпожа. Продолжай. Вот мы говорим «друзья». Но ведь не все в этом зале наши друзья. Я имею в виду болельщиков Тель-Авива и Иерусалима. Ну мы же с ними бухали.
уважаемое жюри. Кем уважаемое? Вань! Совсем уже что ли? Пусть люди в зале их уважают. А мы должны просто боготворить их. Благодетели! Но без фанатизма. Ребята, три столицы в финале. И кто бы сегодня не победил, Тель-Авив или Иерусалим, а пусть они и не победят. На самом деле мы их желаем победы, конечно же, всем командам. Мочить их!